Не всегда рядом с пострадавшим может оказаться врач. А от быстроты восстановления дыхания, биения сердца и спасения от других неприятных ситуаций зависит жизнь и здоровье человека. Поэтому очень важно, чтобы такую помощь своевременно мог оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим. Университет гражданской защиты МЧС Беларуси предлагает однодневный практический семинар для обучения приемов первой помощи. В ходе семинара будут практически отработаны правила проведения сердечно-легочной реанимации, способы временной остановки наружного кровотечения, наложение повязок и другие вопросы. Обучение проводится на манекенах, фантомных модулях, снабженных индикаторами контроля, обеспечивающими объективную информацию о правильности выполнения ключевых приемов первой помощи. Преподаватель – кандидат медицинских наук. Организация может заказать семинар на своей базе. При этом количество слушателей должно быть не менее 6. Дополнительную информацию можно получить на сайте университета или по телефону. Плюс 375 17 340 69 55. Ждем вас!